Очень шикарно жаришь. Первоклассно, высший класс. А то подумай, что им плохо жаришь. Нет, попробуй, кто подумает, всем... Ты прибьешь, что ли? Киргиндык сделаю. Как ты говоришь? Киргундук сделаем. На сегодня рыбки много. Рыбы много не бывает. Да, на два дня. Как и шашлыка тоже много точно, не бывает. Точно. Скажут, куда вам столько? Нам это столько на два дня. Нас сколько нас человек взрослых? Пятеро. Вот каждый съест по рыбке. Что тут рыбки-то, господи. Как называется эта рыба? Хек. Эта рыба называется хек. Хек. Да. Без костей. Да, без костей, которые. Это которые любит очень моя мама с папой и Клим тоже. Без костей. Погода шепчет сегодня нам прямо налить да выпить, девочки. Посмотрите, какая красота. Анютины глазки. Как шикарно разрослись. Видите, да? Зайцы Клим вчера все эти домики помыл. Чистил внутри. Гляньте, жарко, да? Он пошел там внутри, развалился. Посмотрите, как лежит. Жара-то. Даже камень ему не помогает. Когда жарко, они не вылазят. Сидят там внутри. Тоже как мы люди. При жаре не могут долго находиться. Идемте, покажу, как принялись наши помидорчики. Первые три ночи шикардосно провели. Видите, как хорошо. Торчком-торчком прям. Помидоры и наши огурцы. Что-то мне кажется, у нас огурцов больше, чем помидоров. О, завалим, наверное, немецкий рынок баварский огурцами-то. Так, девочки, красоты-то красоты. Идемте, покажу я вам, что я уже дома приготовила. Розочка моя, пиончик Танюшка. Видите, как хорошо он прям прижился. Хорошо себя чувствует. Так, идемте домой. Я вам покажу. Мне Шатик сегодня такую прелесть принес. Сирень моя. У нас град был сильный. Пару дней тому назад и побило все. В общем, что я вам хотела показать. Да, вот. Я вам хотела вот эту красоту показать. Посмотрите. Это мне Климусик, он сегодня утром рано поехал кататься на велике. И собрал мне такой полевой букет. По-моему, это куриная слепота, да? Если я не ошибаюсь. Эти желтенькие. Капута. Красота. Розы настоящие. У нас еще Пасха никак не закончится. Ждем уже, ждем. Вот. Стол накрыт, девочки. Столысик уже накрыла. Хлебушек сегодняшний бесподобненький. Вот. Как вам так показать? Такой пузатый. Он прям такой пузатый. Блин, аж бедный. Треснул аж по швам. Потом будем резать. У нас сегодня рыба жареная. Обязательно. Шпаргель. Спаржа свежая. Мы очень часто кушаем свежую шпаржу. Но это обязательно. Соус мой. Спаржа. Яичный. Яично-сливочный. Как я делаю, уже показывала. Тушка уже готова. Все. Уже можно и доставать. В принципе, у нас уже все готово. К рыбке я сделала тоже такую подливочку. Ну, то, что вот у нас дома очень любят. Чесночно-томатно-зеленые. Тут различная зелень. Нарезанные помидоры мелко. Ну, это все хорошенько, конечно, специями одобрено. Там целый союз специй различных на наш вкус, девочки. Уксус, лимон. Немножко яблочного сока, соль, перец, чеснок, ну и еще мои травки. И вот этим соусом будем поливать рыбку. Она тогда будет вообще сочная, присочная. Вот такие вот дела. У нас сейчас придет мама с папой. И будем сегодня отмечать 1 мая. У нас сегодня 1 мая. Отдыхаем, короче говоря, девочки. Отдыхаем. Зависаем, отдыхаем.
Сейчас я посмотрю, как у меня тут дела обстоят. Видите, да, как я варю? Для всех тех, кто не знает, как нужно правильно варить спаржу. Спаржу обязательно нужно варить в подсолено-подслащенной воде. Столовая ложка соли и столовая ложка сахара. Обязательно кусочек белого хлеба и лимончик. Белый хлеб вбирает в себя полностью всю горечь, потому что в спарже есть горечь. И вот именно белый хлеб, он вбирает в себя. Сейчас нальем соус. Очень вкусный. Сразу отнесем на стол. Уже можем накрывать, потому что Климусик сейчас уже все принесет. Так. Соус этот прекрасно подходит как к картошке, так и к шпаргелю. Да и к рыбе он шикарно подойдет. Так, это готово. Теперь достаем. Какая красота. Картошка моя, как вы знаете, готовится у меня всегда в конвектомате. У меня молодая сегодня картошка, свежая, весенняя. Гляньте, какая прелесть. С маслицем. Немножко укропчика. И готово. Как раз то, что нужно кушать весной, в начале лета. Самая полезная еда. Оставим прямо вот так тут. Я вот закрою. Такая прелесть получается. Я сейчас немножечко ее подолью соусом. У нас все равно все ее любят соусом. Вот так вот. Под соусом. В общем, такая красота. Кастрюльку пока уберу, потому что соус у нас есть. Видите, пар еще идет. Сейчас Климусик тоже принесет рыбку нашу всю. И уже будем обедать. Все. У меня все готово. Полотенце осталось убрать. Так, идемте посмотрим, что у нас там дела с рыбкой. Что творится с рыбкой. Дам вам понюхать сиреньку. Ну, Михалыч пришел уже, как вовремя. Привет! Своему рабочему классу. Здравствуйте, какой ты красивый, пах-пах-пах. Сирюн, рубашка. Сирюн, шалвар. Привет, мамдя. Привет. Ой, ты как всегда царица, Тамара. Как дела? Шикарно, мамджан. Погода хорошая, дела, хорошая, да. Дела вообще привет, шикардосно. Привет. И сразу за стол. А где стол? Там будем кушать. Не тут? Ты хочешь здесь жарко, мне кажется, здесь. Там маму. Прошу. Прошу, пани. Что вообще за красота? Гости дорогие. Проходите к нам. На ох, какая. Ставь одну туда, одну сюда. Рыбообъедание у нас сегодня будет. А как хотите, так и кушайте. Руки моешь и хлеб режешь. И давай, садитесь за стол. Сказали цену. Они говорят, вы с ума сошли? За что платим? За музыку? А, это шашлык с выходом. И мне сирень нарвал. Так, мамулик, садись. Да, сирени? Сколько хочешь? Поливай сверху. Соус, да. Угу. Вот так, да. А это что за соус? Очень вкусный. Это специальный соус для такой рыбы. Я уже делала, ты ела этот соус. У нас еще видео я снимала. Хватит. Спекла мама. Я говорю, какой хлеб, красивый. Да, хлеб я вам тоже спекла. Папа, ты можешь это сделать. Чего? Компот разливать. Вот. Такой хлеб, понятно. Масло, да, принеси. Да, соленое тебе дам масло. Сейчас принесу. Красавчик, давай, режь. Шикарный, шикарный. Дерево, как ты делаешь? А? Дерево? Да. Лезвием, когда режешь, и оно раскрывается. Алло, вот каши хлеба. Да, вот каши. Вон ваша лежит. Ты только о себе думаешь. Да. На себе положить. На. Так.
Где вы сегодня не ездили никуда? Нет. Трудель-бродель? Нет? Есть где-то. Альштадт где находится? Альштадт? Бамберг, что ли? Альштадт в Бамберге. Да? Да. А, наверное, там, да. Альштадт. Альштадт около Альштадт... Реал. Да, это Бамберг. Угу. Нифига себе. Не доезжая, сегодня... да, до Бамберга? Да, не доезжая до Бамберга. Ну, там 5 километров не доезжая. Ну, так далеко уже не едем. Ой, хлебусик как. Ну, да, пускай порежет. Все, хватит. И сижать, да, да. Сижаться как раз этим. Слушайте, гости доехали ваши? Да, да. У тебя один самый большой. Надо было сначала шпагу. Элина, научилась чистить рыбу? Да. Ор, да, я воду налила, мама, да. И в воде чистила, да. Под водой, да. Да? Тогда никуда не брызгала. Я вот половину сделала воду в раковину, а до этого было кошмар. Я первую начала чистить. Я мучилась, прям... как я, значит, все газетами обкладываю. Я под воду его положила. Да, вот эту плиту, все. А потом можно чистить. А теперь решила так, буду во дворе чистить. Правильно. Папе дай, пускай папа чистит. Mm. Вот соус здесь. Mm-hmm. Соус, да? Mm. Нет, не это, другой. Вот-вот. Элина, в тот день на Трудале вот такого... А что ты не купила мне? Вот все хотела... Такие вещи покупай. Он, знаешь, не было что? Да. Как это чайник, да. Молочник и это. О, надо было взять. Серьезно? Да, а сколько стоило? Хотела 2 евро. Хотела. О, зачем мне взяла? Ладно, эту бабулю я хорошо знаю, она да? Шталкунде. Угу. Если не продала, следующий это. А где это? Гальштадте было? Ну, да, это трудно. А. Хорошая да? Бабуля, очень. Очень хороший хлеб. Она мне говорит... На здоровье, Кирилл. Свою ойру, что, мол, возьмите. Ну, конечно. Я говорю, а потом дочка скажет, мне не нравится, я опять на гараж такой? Должна. Точно. Ну, не точно. Это груша, да, была? Ну, вот такой было размер был, надо а те еще а меньше. А то у меня нету вот такой соусницы. Это не соусницы. А, я его, я знаю, что ты имеешь в виду. Я его буду использовать как соусницу, мама. А, хорошо. Такого типа соусниц хочешь? Да. Ну ладно, я посмотрю. Шикарно. Я не могу понять, у меня что, вилки не было? Да ты что? Тебе Изабель или папа взял твою вилку? У него две вилки. Дай тот отдай чистую. А я и думаю, как это не было. Все время так делает. Да, да. Элина, я сейчас... Эти, да. Да, поздно сплю, смотрю да. Эти. Что смотришь? Программу «Измена». Что, такую вещь тоже есть? Да, такая интересная. Ну, когда ловят этих изменщиков. Камеры, что ли? Камеры. Да, это ты у русских все... смотришь, что ли? Да, конечно. И вот, значит, одно, ну, поймали, как он изменяет. Своей жене. Угу. Она беременная. А что там, прямо видно, как они там они сексом за ними занимаются? Сидят, Элина. Боже мой. Они на бусике. Да-да. Одна психолог, одна юрист. Да. И тот, который ставит это все. Угу, техник. Да. Петр его зовут. Хороший парень. Нет, самое интересное, в конце они говорят, я хочу ему отомстить, а? Как бы сделать, отомстить, чтобы больно было? Да, это вчера. Тогда модно было, да, Вятка, вот этот, мотоцикл. Да. Вятка. Да. Такая, да, этот. Трехколесный, что ли? Да, двухколесный. Да. Я решил его этот... Покататься. Покатать, да. Теперь, а он сел... Ты кого решил покатать? Этого Фархата? Это Фархата. А Фархат, он, скажи, врач? Врач-стоматолог. Врач-стоматолог. Молодой парень. Где-то ему там от силы 27-28 лет. А и я... без ноги. Да.
Протез был. Одна нога протез была. Он а почему снимал, мама? Я не знаю, он, по-моему, под трамвай попал, что ли. Я точно понятно. Не помню эту его историю. Вот. У него жена русская была. Ага. Они были женаты. Хорошо, дальше рассказывай. Короче, ну, говоря, у него посадила протез же нога. А у него протез. Они чуть не грохнули. Чуть не по трамваю попал. Теперь я говорю. А, по-моему, левая нога. А я вообще не знала. Левая нога. Я говорю, все равно деревянный. Ты его сломал, протез? Нет, нет, нет. Ну, я тормознул, да? Он на этом... Она торчала, да, вот так, нога? Ну, вот он сгибал. Я не была же с ним. Я вообще в шоке. Я был Фархад. У него ума нет. Ему еще тогда 18 было. Не было 18, 19, ему было 30. Ты как мог с ним сесть? 27 лет. Я в шоке была. Он хотел быстрее до дома доехать. Тоже хотел на мотоцикле провернуться. Ну вот говоришь, Ирина, коллектив был очень хороший. Вот мама скажи. Я туда с радостью ходила. Да. А в Армении на траур ходили. Как на каторгу. У него, когда мы пошли к ним домой, чёща, я испугался. Мы у Фархада дома были. Ага. Даже не у него, это у его тёщи мы были. Мы, значит, сидим. Ну, жена нормальная, она девчонка такая русская была. Всё, он говорит, он умрал за ней. Тогда женатые были или просто были? Да, не знаю. Но говорю, жена. И он нас пригласил, не знаю, мы должны были куда-то вместе идти, какое-то кафе или что, не знаю точно. Это все в Баку было еще. Это все в Баку. Да. И вот он нас пригласил, и мы поехали к ним. Лена, вот как сейчас помню, ее звали Лена. Мы сидим, да, вот там за журнальным столиком, не то чай пили, не то кофе, не знаю. А дом был такой двухэтажный. Да, двухэтажный какой-то дом. И вдруг выходит одна дама в такой шляпе. Серьезно? Какая-то сигарета. Такая, знаешь, страшно было как-то. Я... Потом она свет потушила. Да. Такой полумрак. Все, я думаю, блин. Полуинтимная обстановка создавалась. Это была мама? Мама ее. Ее пьяная была. Да ты что? Алкашка была, да. А он вот влюбился в нее и с ума сходил. Ну, она, наверное, хорошая девочка была. Да, неплохая она была. Но не знаю, кто она была, как. Чем все у них закончилось. А, вы не знаете, женаты ли они вообще были? Официально я не знаю. А, понятно, просто, может, гуляли, да? Да, может быть, гуляли, да. 27 лет врач. Это родители же должны были добру дать. Ну, у него вот эта мамашка была. Не знаю, отец был, не был. Что-то... Так это его мать была такая? Нет, ее. А, ее мать была. Там Элина, вот у Муслима Магомаева, да? Угу. У него же тоже мама русская была. Угу. Она была актрисой в каком-то районе. Угу. Вот. Русский драматический театр везде был. А его отец умер. Чей? Его отец Муслима во время Магомаева. Войны... Умер Магомаев 42-го или 43-го года рождения. Его отец умер, и его взял на воспитание отца брат. Дядя взял. Да, дядя. Он их его папой называл, его жену мамой называл. Да ты что, я даже да, не знала. Да, очень я его обожаю. Пока, да, я Магомаев. Тоже. Я его очень любила. Мне да кажется, не он мы, очень все хороший, любили. Все любили. Он им был очень хороший, он очень порядочный человек был. Он когда видел вооруженного Хоутамана, да. Руснеря, он попросту ушел, да. Без всяких этих. Он что, умер? Ему немного было? 60 с чем-то лет было ему всего-навсего. Ну, мама. У него страшная астма была, а он курил постоянно. Ну, он видел эту обстановку. И жена у него хорошая была очень. Синявская? Да. Но она до сих пор... Жива. Да. Не интересно, где она живет? Где живет? В Москве? Синявская? Да, да, в Москве. А где? Конечно, в Москве. Где? Все они в Москве они живут. Они все в Москве живут. Она же вроде устроила музей. А ему какой музей, памятник в Баку поставили. Да. Молодцы, хоть додумались. И она приехала на открытие. Да. А, обязательно.
Она приехала в Баку. Показывай. Ничего вообще не помню. Мы, когда я приехала в 91-м году, Алла купила билеты на эту Азизу. Мы должны были поехать в этот... На Азизу. На Азизу. И в это время, смотри, как было, Элина. Mm-hmm. У Азизы убивают этого Талькова. А Алла, она сама себя. Thank you.